Живей Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот такая информация появилась в сети интернет. Не уверен, конечно, на 100% в ней, но все-таки процентов 80 считают, что это правда. Вот появилось интервью якобы курдской беженки, которая пыталась проехать в Европейский Союз, пробраться через Беларусь. Она призвала всех своих, так сказать, коллег, которые будут пытаться проехать через Беларусь в Евросоюз нелегально, не делать этого. Всех своих сограждан она призвала и сказала, что не едьте через Беларусь, потому что это ложный путь и вас тут кинут. Фактически она права. Лукашенко использует этих людей как живое мясо для того, чтобы забросать им Европейский Союз и добиться именно своих целей. А эти люди, которые пытаются пробраться в рай из того петла, где они находятся, по наивности думая, заплатив, думают, что им кто-то поможет. От безнадёги люди отчаиваются. Я лично, конечно, не осуждаю вот этих бедолаг, которые из Сирии, вот эти курды, где постоянно война, людям хочется наладить свою жизнь. Но просто люди не понимают, что никто, кроме них, не будет от них беспокоиться, и никому они не нужны, кроме самих себя. Вот такие вот дела, ребята.